Как ожидалось, была трудная игра. Наверное, ключевые моменты в игре, наверное, были в начале второго тайма, когда при счете 1-0 в нашу пользу два хороших момента было у хозяев, и наш вратарь выручил. Поэтому я думаю, что такие очень, не то что повезло, но здорово сыграл вратарь, опять же, повторюсь, и мы потом заслуженно забили второй гол, и в конце уже третий, и одержали крупную победу. Наверное, вдвойне приятно, да, когда на выезде выигрываешь 3-0. Поэтому поздравляю ребят, все они молодцы, все. Hyundai.